Всем привет! В предыдущем ролике я показывал вот эту австрийскую зажигалку Артур Дубский Джент. Сегодня я хочу показать вот эту зажигалку той же самой фирмы Артур Дубский, но название у этой модели Uni Джент. Купил я эту зажигалку в Чехии совсем недавно. Буквально в феврале текущего 2020 года. Зажигалка весит 43 грамма. В конце ролика я добавлю фото с весом зажигалки и ее размером на фоне спичного коробка. Ну и, как обычно, покажу в замедленной съемке, как эта зажигалка работает. Если брать во внимание возраст этой зажигалки, то состояние у нее просто идеальное. Корпус у нее латунный с хромированным покрытием. На одной стороне поверхность у зажигалки гладкая, а на другой нанесено гелиширование в виде мелких горизонтальных полос. Это гелиширование разделено тремя вертикальными широкими полосами. И у этих полос также гладкая поверхность. То есть они без гелиширования. Ну, в этой зажигалке можно увидеть следующую надпись. Здесь вот в верхней части с одной стороны патент Австрия, я думаю. Перевода не требует. И немножко правее логотип фирмы Артур Дубский в виде сочетания двух букв заглавных A и D. И на другой стороне, также в верхней части зажигалки, название данной модели Uni Джент. Точный перевод сказать не могу. Насколько я знаю, Uni — это единый или объединенный, и Джент — джентльмен. По типу эта зажигалка автоматическая, и конструкция у нее сквиз, то есть сжатие или боковое нажатие. Для того чтобы зажигалку зажечь, нужно нажать на вот эту кнопку. На кнопке имеется вот такая вот рельефная пупырчатая штамповка, благодаря которой при нажатии палец не проскальзывает. Ну и также на кнопке есть еще с двух сторон гелиширование в виде мелких горизонтальных полос. При нажатии на кнопку открывается крышка, закрывающая фитиль. Прокручивается колесо, высекающее искру. И фитиль загорается. Для того чтобы зажигалка оставалась в открытом положении и продолжала гореть, кнопку необходимо удерживать. Если кнопку отпустить, то крышка, закрывающая фитиль, опустится и вернется в прежнее положение. Тем самым зажигалка погаснет. Но если сравнить эти две зажигалки, то они фактически ничем не отличаются. Сразу бросается в глаза, что зажигалка Джент немного уже, и у нее нет ветрозащиты. У зажигалки Uni Джент ветрозащита есть, и она немножко шире. Но у этой детали роль ветрозащиты, можно сказать, второстепенная. То есть это деталь съемная, и главную роль, которую она выполняет, это бензиновая спичка. Вот. Есть тут фитиль. То есть от этой бензиновой спички можно
прикурить трубку. Отсюда видно и название юни, то есть единый или объединенный. Как сейчас обычно говорят, два в одном. То есть можно подкуривать обычную сигарету от зажигалки и также можно раскуривать трубку. Ну а действует это так, то есть когда зажигалка уже зажжена, при изъятии этой детали, то есть бензиновой спички, она загорается от пламени основного фитиля и ее можно уже использовать для раскуривания. Поэтому зажигалку саму можно погасить. Ну и чтобы погасить бензиновую спичку, ее нужно просто или задуть, или вставить обратно в корпус зажигалки, и она сама по себе погаснет. Ну а обслуживание вот зажигалки точно такое же, идентичное, как и у Джент. То есть, чтобы заправить зажигалку, нужно выкрутить вот эту заглушку. На заглушке по канту нанесена рубчатая накатка, благодаря которой заглушку можно легко выкрутить или закрутить вручную. Также можно это сделать при помощи отвертки или монетки, используя вот этот паз. После того, как заглушка выкручена, нужно пропитать вату бензином через это отверстие. Заглушка здесь обычная. И у заглушки имеется вот такая вот бумажная уплотнительная прокладка в виде кольца. После того, как зажигалка заправлена, заглушку нужно закрутить на место. Ну, это всем понятно, винт с пружиной поджимающий кремень. Чтобы заменить кремень, нужно винт этот выкрутить. И после чего нужно вставить новый кремень в кремниевую трубку. Ну и затем винт нужно закрутить обратно. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!
зажигалки моя страсть. 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 Зажигалки моя страсть.